Здание торгового комплекса «Центральный» в Уфе выставили на продажу за 6 миллиардов 100 миллионов рублей. Объявление размещено в сервисе объявлений «Авито». Площадь здания составляет более 47 тысяч квадратных метров. Покупатель получит как комплекс павильонов, так и трансформаторную подстанцию и землю под ними. Все объекты, за исключением участков, обременены правом аренды и ипотекой. По словам экспертов рынка коммерческой недвижимости, комплекс «Центральный» безусловно ликвидный. Подобных торговых площадок с парковкой в городах-миллионниках не так много. Актив будет интересен как локальным инвесторам, так и крупным паевым инвестиционным фондам. При определении цены объекта, скорее всего, закладывался потенциал привлечения в торговый комплекс крупных федеральных арендаторов. Для таких крупных активов большое значение при продаже имеет состав цены. То есть сколько средств нужно вложить непосредственно в покупку, а сколько принять на себя в виде обязательств долговых по кредитам и понимание того, насколько хорошие условия обслуживания этих кредитов. Соответственно, чем больше кредитные обязательства и меньше фактических средств нужно нести сейчас, тем большему количеству инвесторов это будет по плечу. Суд прекратил банкротство центрального рынка в Уфе в декабре прошлого года. Руководство торгового комплекса и 7 конкурсных кредиторов компании заключили мировое соглашение. По нему центральный должен в течение 10 лет погасить почти 3,5 миллиарда рублей долгов. Самая крупная задолженность в 3 миллиарда 200 миллионов рублей образовалась перед управляющей компанией «Геокапитал», которая в 2021 году выкупила долги центрального у банка «Траст».